Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community. И как на каждой нашей встрече пойдет наша речь о технологиях будущего, а здесь конкретно о транспорте будущего, который развивается с помощью людей нашей планеты. Огромное сообщество людей, в более чем 500 тысяч человек, за несколько лет объединились вместе и уже довели инновационную экологическую транспортную технологию до финишных этапов. И уже завтра проходит, точнее, будет переход с этапа 14.2. То есть мы, считай, на самом финише. Остался лишь 15-й этап для того, чтобы, так скажем, максимально сделать все задачи, которые были поставлены к этому народному проекту, и чтобы компания вышла на самофинансирование и уже развивалась по всей планете. С одной стороны, скажете вы, о чем речь? Какой транспорт? В чем дело? На самом деле, дамы и господа, это лишь первая технология, первый проект, который сообщество SkyWorld Community развивает вместе с гениальным ученым Анатолием Эдуардовичем Юницким, человеком, который всю жизнь уделил науке и этой природе, нашей биосфере, частью которой мы и являемся, ведь мы же живые, настоящие, именно такие, как и наша природа, и с ней необходимо жить в полном благополучии и изобилии. Так вот, этот гениальный ученый создал целую серию технологий, которые называются «Экомир», которые сделают нашу жизнь абсолютно другой. Мы можем делать рай на нашей планете, используя все необходимые качества наших изобретений и всей техногенной сферы, которую мы изобрели, только переведя ее в экологическое направление. И, конечно же, поскольку я смогу сегодня рассказать вам только маленькую частичку, которую я за 6 лет, так скажем, скомпоновал в 1 час, для того, чтобы сэкономить ваше время. Но я уверен, что вам это понравится, вы заинтересуетесь и уделите время на то, чтобы изучить это чуть более глубоко. Для этого я прямо сейчас представляю для вас несколько видео, вы сможете найти их на YouTube по этому названию. И если вам это хоть как-то заинтересовывает, делайте принтскрин на своем телефоне либо компьютере, и вы потом с удовольствием проведете свое время в данной, с одной стороны, фантастической сфере, с другой стороны, мы действительно показываем, что данные технологии реальны, и общими усилиями они воплощаются в жизнь и будут приносить много пользы не только человечеству, но и всему живому на нашей планете. Поэтому как закончится наша встреча, для того, чтобы понять чуть больше, в каком хорошем состоянии находится наша общая компания, наш общий проект и технология, посмотрите, пожалуйста, интервью с нашим генеральным конструктором Анатолием Эдуардовичем Юницким об итогах 2021 года, то есть о том, как мы прошли все невзгоды, которые происходили с нашим миром, и успешно запустили уже первые адресные проекты. Да, дамы и господа, вы не ослышались. Даже при том, что мы еще не завершили все 15 этапов, уже существующие сертификаты, то есть более 80% всей технологии, сертифицировано. И уже по этим сертификатам есть первые адресные проекты. То есть компания уже реализует ту технологию, которую мы с вами профинансировали, так скажем, для всего мира. И вы узнаете много нового отсюда и увидите, насколько все-таки масштабно здесь и сейчас развивается она. Конечно же, о транспорте будущего. Ведь транспорт – это лишь частичка инфраструктуры градостроения, создания городов. Это та часть, которой пользуется абсолютно, ну ладно, почти каждый человек, но транспорт влияет точно, на абсолютно на всех, даже на тех, кто им не пользуется, и тех регионов, где этого транспорта нету. Мы в нашем шаре, наша планета Земля, у нее есть ограниченная часть биосферы, где мы с вами и находимся. И именно в этой биосфере должны оставаться только экологические технологии и, конечно же, один из самых актуальных направлений, который даст супер движение в нашем мире, это транспорт. Об этом мы поговорим чуть поподробнее позже. Техногенная цивилизационная развилка. Наш генеральный конструктор уделяет очень много времени образованию людей на нашей планете. Дает им факты, дает им те положения, в которых действительно находится человечество сейчас, наша экология сейчас, наша планета, наша Земля.
с помощью информации от Юницкого, можно сказать, на пальцах, и просто понимаешь, как мы можем влиять на это, что происходит с нашей планетой, и что все в данный момент в руках народа, потому что мы с вами являемся одной из самых влиятельных сил на нашей планете. Конечно же, цивилизационная перезагрузка по версии Юницкого. Тут вы узнаете о будущих технологиях нашего гениального ученого. То есть первую технологию мы уже практически закончили, и она скоро будет приносить пользу по всей планете. Но следующие технологии – это экодома, которые сами себя обеспечивают. Гумус, восстановление почвы, сделать так, чтобы была почва плодородная. То есть можно будет заселять пустыни, так скажем, зеленью и полностью от них избавиться в ближайшие сотню лет. Это, конечно же, жилые кластеры, эко-поселения и линейные города. То есть город от 1000 до 10 000 человек, в котором внутри есть абсолютно все для проживания этих людей. Полное электричество, полное питание, тепло, вода. То есть абсолютно все, что необходимо для полноценной, качественной жизни на высоком уровне. И это при том, что этот город больше не зависит ни от государства вокруг, ни от остального мира. У него есть все свое. Представьте, насколько насколько более творческими станут люди, когда у них откроются перед ними такие возможности проживания. Когда у тебя есть все прямо рядом с тобой, и все для тебя. Ну, конечно же, это расписано в его книгах более расширено, но даже в этом видео вы увидите большинство преимуществ данной технологии. Конечно же, в чате здесь вы можете, чуть пролистнув наверх, найти все ссылки, которые на эти видео. Я их там сделал отдельно и в конце продублирую еще раз. Ну и, конечно, формула будущего – и как струнный транспорт может изменить мир. Выступление с Дубая, с GITEX, выставки. Огромная, очень важная выставка по информационным технологиям, по просто технологиям, которые создают инновационные порывы и направления в нашем мире. Где Анатолий Эдуардович полностью объяснил, что есть перемещение груза и пассажира. Так, как это, чтобы понял абсолютно любой человек. И почему это необходимо изменить именно здесь и сейчас? Потому что это принесет самый уникальный и большой эффект на каждого человека. И об этом вы сегодня узнаете подробнее, потому что эти, так скажем, преимущества будут для вас представлены. Так, ну и, конечно же, новые рекорды UST. Это наш этот год, как развивается наша технология, как она развивается в Арабских Эмиратах, в Белоруссии, и, конечно же, и как она продвигается дальше. Ну что, а теперь приступим к нашей встрече, и чтобы вам было приятнее меня слушать, давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов, я из города Даугавпилс, из Латвии, и являюсь спикером, партнером и инвестором компании Skyworld Community, как и организатором международных мероприятий. Я всю жизнь старался делать мир лучше, объединять людей вместе, делиться информацией, преподавать. И когда начал расширяться на, так скажем, международную сферу и начал задумываться о том, как влиять не просто локально на какой-то участок в нашем мире, потому что как только ты оттуда уезжаешь, те изменения, которые ты там сделал, они постепенно исчезают. Нужно, чтобы они были поддержаны. Но если делать какое-то дело планетарного масштаба, с таким же количеством и качеством единомышленников, то мы можем сделать действительно огромные изменения, которые не канут в лету, а действительно закрепятся в нашем мире. Именно этим и занимается компания Skyworld Community. И именно поэтому нас уже более 500 тысяч человек. И это один из самых крупных проектов в истории человечества. Дамы и господа, для того, чтобы удобнее укладывалась информация в ваши полочки, в ваши светлые головы, пожалуйста, посмотрите на экран. Это основные побуждающие факторы, которые вообще могут побудить вас присутствовать на данной встрече и, так скажем, использовать ту информацию, которую вы сегодня услышите, в вашу пользу. Поэтому, если вас интересует дополнительный доход, финансовая независимость, собственный бизнес, свободное время и больше его, личностный рост, помощь другим, либо новые знакомства, либо вы желаете уйти с работы, или хотите оставить наследство своей семье, либо вы думаете глобально о будущем всей планеты и всего живого, абсолютно каждый
из этих, так скажем, факторов вы можете улучшить в своей жизни именно с помощью компании Skyworld Community, потому что это одна из тех компаний сейчас, в такое непростое время, которая позволяет и предлагает заниматься созидательной деятельностью, то есть развивать инновационные экологические технологии, и при этом за их развитие получать вознаграждение без ограничений. Где такое видно? Притом вы можете делать это в любой стране, на любом континенте, на любом языке, в любое время, с абсолютно любым другим человеком. Но это лишь часть, маленькая частичка того, насколько может быть полезна данная компания для населения планеты. Но то, что мы вместе финансируем, продвигаем и реализуем, это самый актуальный и самый полезный проект, который сейчас может быть реализован. Ведь мы это действительно можем сделать. И сейчас это как раз более всего верно, чем когда-либо. Ведь нас 8 миллиардов человек. Мы одна из 12 миллионов семей живых организмов. То есть всего лишь один вид человек по сравнению со всеми остальными, но мы самые влиятельные. Влиятельные настолько, что нам подвластно терраформирование. Мы меняем планету под себя. То есть меняется ее составляющие и поведение нашей живой матушки Земли, нашей природы. И, конечно же, от каждого сейчас, с учетом того, что мы заселили всю планету, от каждого зависит, что с ней будет происходить, какая она будет через 10, 100, 1000 лет. И как бы самое главное, какой мир мы оставим после себя для наших детей, для наших будущих поколений. Ведь, я думаю, многим уже понятно, что на этой земле можно сделать как рай и наслаждаться жизнью, наслаждаться красотой этого мира, так можно сделать и ад. Как в некоторых городах, например, невозможно дышать, и стоят автоматы, где можно купить чистого воздуха и чистой воды, потому что просто в окружении этого нету. Рай и ад. Оказывается, в 21 веке с помощью народного финансирования люди стали очень мощной силой, потому что теперь они сами развивают крупные корпорации, какие-то компании, проекты огромные, дают суперпродукты и суперуслуги, которые действительно необходимы людям. Притом такие проекты развиваются только хорошие, только полезные. И сейчас, как никогда, человек и человечество, люди, народ, как единый организм на нашей планете, мыслит и без всяких государств, банков, корпораций, а лично самостоятельно развивают то, что им действительно нужно, во всю планету и являются совладельцами этих проектов и технологий. Представьте, мы все же одна из самых влиятельных сил на планете. Поэтому от нас зависит, какой мир будет после нас и уже даже во время нас. Немножко ознакомимся с тем, что есть технология. Посмотрите, это технологические уклады. Технологии, развиваемые нами, меняли нашу жизнь. Например, с появлением металлургии и, например, железной дороги мир изменился очень серьезно, скорости его увеличились, возможности путешествия, обучения, торговли стали абсолютно другими. Электричество и освоение электричества дало переход на третий технологический уклад. Наш мир уже не станет никогда прежним, потому что эта технология дала невероятные возможности автоматизации, промышленной революции. И посмотрите сейчас, вокруг, если вы находитесь где-то в европейской зоне, сейчас уже темно, а у нас есть и свет, и интернет, и компьютер, и кофеварка рядом стоит. То есть электричество просто поменяла жизнь. Она до этого никогда была, не была такой, и теперь больше уже не станет такой, какой была. Ну и, конечно же, четвертый технологический уклад – нефтехимия, автомобилестроение и тот мир, в котором мы живем сейчас. Пятый технологический уклад – виртуальная реальность, гаджеты и интернет. Это тот мир, тот сумасшедший быстрый мир информации, потому что сейчас вся информация просто мимолетно летит и достигает любой точки нашей планеты. Мы можем позвонить в другую страну, там по видеосвязи с другим континентом, хоть с противоположной стороны нашего земного шара. Деньги пересылаем в мгновение, гигабайты за секунду. Ну, то есть все, что связано с информацией, происходит очень быстро. Но что связано с физикой? То есть это была информационная часть
та, которую все больше развивали, да, она рентабельна, туда начали вкладывать огромные средства для развития бизнеса, и все больше и больше начинают забывать про физику. Мы же живые, мы же физические, пьем, растим живой чай, кушаем живую еду, все физическое. И перемещение нас, как пассажиров, и всего, что нам необходимо, нашей одежды, наших гаджетов, нашей еды, наших товаров, которые мы заказываем особенно в эру потребления, все зависит именно от физического эквивалента. Получается, что у нас суперскорости, если так поговорить, но если все взвесить, у нас суперскорости в виртуальной среде, а физически мы остались те же. И получается, сейчас одна из главнейших вещей, которая нас ускорит, это именно физическое перемещение. Было бы здорово, конечно, телепортация, но мы еще до этого не дошли. Поэтому пока будем просто очень быстро перемещаться, а самое главное, абсолютно экологически чисто. И сегодня вы узнаете об этом досконально. Потому что настало время перехода в шестой технологический уклад. Здесь мы развились в пятом максимум. И именно транспорт, именно самое актуальное изменение, транспортное, переведет нас на абсолютно новый уровень. Помните, как я объяснял с третьим технологическим укладом при появлении электричества? Произойдет то же самое. С новым транспортом изменится все проживание всех людей в городах. И не только, потому что это влияет и на все остальное живое, и на флору, и на фауну, и, так скажем, в общем, на нашу Землю, на наш космический дом. Поэтому мы стоим у порога величайших открытий, как когда-то стояли основатели этих компаний. Сейчас перед собой вы видите компании, которые создали тот мир, в котором мы живем сейчас. То есть, точнее, это самые глобальные компании, которые сделали очень большой вброс своих идей, своих изобретений и прям изменили образ жизни человека за последние, да меньше, чем за 100 лет. Было много информации, с ней нужно было правильно, так скажем, орудовать. Появились компьютеры, ну, я бы сказал сначала калькуляторы по сравнению с тем, что у нас сейчас в наших телефонах даже, но кто-то только понимал, насколько это важно и нужно. Остальные не понимали. Но поскольку услуги или продукты этих компаний были необходимы, у них начинался большой рост. Alibaba, Microsoft, Walmart, Boeing. То есть все эти компании из-за того, что они были нужны людям, даже при том, что изначально люди о них даже не знали и не подозревали, что это может быть нужно и полезно. Именно потому, что они увидели пользу, это стало настолько важным, они стали настолько распространяться, развиваться, становиться больше, ну и, конечно же, кроме пользы, приносить еще и большие прибыли в качестве дивидендов, то есть прибыль каждый год всем совладельцам, и в качестве капитализации. То есть, когда кусочек компании, там, как этого, 10% стоило совсем чуть-чуть, а через 10 лет увеличилось гораздо больше, потому что значимость компании выросла. Таким образом, капитализация этих компаний, которые создали пятый технологический уклад, они просто фантастические. Ну, посмотрите, например, компания Alibaba. 100 долларов за 18 лет превратились в 1 700 000. Это историческая статистика, вы можете это проверить. Сейчас цифры будут даже немножко больше. Но это сам факт. Технологии были необходимы человеку, и поэтому их использовали. Их использовали, их развивали, это было необходимо, и поэтому так скажем, такое развитие. Жалко, что тогда не было, как у нас сейчас, возможности каждому сидеть у себя дома, на диванчике, в пледике, попивать чаек и узнавать от другого человека вкратце какую-то важную, полезную информацию о развитии нашей планеты. Но тогда, если бы это было возможно, кто мог подумать, что это будет важно? Не было такого количества информации, не было такого количества достоверности, чтобы люди самостоятельно, уделив собственное время, изучили и представили: да, у этого есть перспектива, поэтому хочу стать частью этого. Профинансирую этот проект тоже. К сожалению, мы не можем вернуться в прошлое, и тогда не было таких возможностей, чтобы наши родители, либо прародители имели возможность, так скажем, стать частью этих компаний. Но
сейчас у нас есть такая возможность. И сейчас мы связаны вот с помощью такой прекрасной виртуальной комнаты, как Мирополис, мы можем находиться в разных уголках планеты и делиться наилучшей информацией. Задавать вопросы, если они у вас есть, пожалуйста, пишите в чате, я с удовольствием пообщаюсь с вами после презентации, либо можем даже созвониться, списаться, и я расскажу и поясню те вопросы, которые вас интересуют. Либо как удовлетворить, либо улучшить все те основные побуждающие факторы, которые вы видели несколько слайдов назад. А теперь подойду к итогу. Эти компании – это важно, но это все информационная, виртуальная среда. Технологии тут развиваются, продолжают развиваться семимильными шагами. И это очень прибыльная сфера. Но куда она ведет? К чему она ведет? Если мы будем развивать только виртуальное и не будем развивать физическое, то в какой-то момент мы окажемся прикованы к дивану в виртуальных очках с трубкой питания, и чтобы можно было вообще не двигаться. Дальше в подробности вдаваться не буду. Поэтому стоит ли ставить свой фокус внимания только на развитии информации, информационных технологий из-за их прибыльности? Если подумать о пользе и о жизнедеятельности всего живого, то, конечно же, нельзя забывать о физике. И об этом вы более подробно узнаете, если хотя бы чуть-чуть изучите работы Анатолия Эдуардовича Юницкого. Хотя бы посмотрите его видео, которое я вам сегодня представлял. Потому что вы на элементарных примерах с цифрами поймете, что в физике жизнь. Именно в этом мире вся жизнь, все счастье, радость и активность. И поэтому вот эти информационные компании, они принесли большой вклад, но они никогда не будут полезнее, чем то, что мы предлагаем сейчас. Ведь перед вами на сегодняшний день уже практически готовое физическое в железе, бетоне, в металле, в новых композитных материалах технология, инновационная, экологическая, легко интегрируемая куда угодно, экономически разумная по всем параметрам. Самое быстрое, самое безопасное транспортное средство, транспортная отрасль. И я вам рассказываю не просто о каком-то концепте, либо идее. Нет, перед вами конкретные фотографии. Фотографии, видео, и перед вами тот человек, который и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах лично собственным телом проверял этот транспорт на его уникальность и потрясность, потому что ощущение, когда ты находишься внутри и пролетаешь в VIP-юникаре, можно сказать, по небу, по струнам ажурным, и вокруг тебя, можно сказать, волны из бархан песочных арабских. Ощущение потрясающее. Это стоит попробовать абсолютно каждому, и такая возможность есть, дамы и господа. Ведь в Белоруссии, буквально недалеко, у нас проходят эко-техно-фесты, то есть фестиваль раз в год, на котором описывается и представляется все наши достижения за прошедший год. Поэтому более 10 тысяч уже прокатилось на данном транспорте. Конечно же, это наши полигоны, но не забывайте, я уже сегодня говорил, первые адресные проекты, минимум 4, уже строятся. Значит, наша компания уже начала работать и улучшать этот мир. И, дамы и господа, транспортная инфраструктура является одной из самых важных в жизни городов и человека. Одной из самых дорогостоящих, следовательно, самых прибыльных, но и самых коррумпированных. Каждый из этих самых дает вам понимание, почему есть те или иные, так скажем, характеристики развития, почему, скажем, это не за один год все страны сделали, когда у нас нефть повсюду, а тут экологические технологии, которые полностью чисты и которые полностью, так скажем, оставят без работы остальные транспортные отрасли. Эта компания и эта технология самая маленькая, самая понятная и самая земная. Первая из целой серии Экомира, да, она будет больше, чем все предыдущие технологии, которые вы видели. То есть она станет еще большей компанией с гораздо большей прибылью и пользой для человечества и не только, для всего мира. Поэтому добро пожаловать, присаживайтесь поудобнее и давайте продвинемся в мир, как с одной стороны может вам показаться будущего, хотя нет, это реальная фотография.
Сам катался на четырех видах транспорта, из тех, которые вы видите. То есть это Белоруссия. Скажем, от города Даугавпилса вообще 4 часа, и мы уже там. Можем наблюдать и наслаждаться этим прекрасным видом. Данный транспорт, как вы видите, он второго уровня. И это одна из главнейших его преимуществ. Ну, не считая, что он супер экономичный, его легко строить, у него скорости до 600 км в час между городами и 150 внутри города. То есть полная безопасность, искусственный интеллект, машинное зрение. Все сделано для того, чтобы дать человеку полную творческую жизнь. То есть это автоматизированные закрывающие технологии. Те технологии, которые забирают у человека вредоносную работу, опасную работу, для того, чтобы... Зачем? Зачем ее делать, если ее может сделать наш робот, либо какое-то наше устройство? А человек может работать меньше, не подвергать себя опасности. Мы же творцы, значит, и нам, у нас появится больше времени творить и созидать. Именно таким транспортом можно будет связать абсолютно все города вместе и очень быстро добираться. Ну, представьте, 600 км в час. 600 км в час, вы сели в транспорт, вы полностью свободны, хотите, наблюдаете на там 10-15-метровой высоте красоту, мимо которой проезжаете, хотите, общаетесь с единомышленниками по путешествию, можете работать, можете учиться, можно прикорнуть даже немножко и поспать, зная, что этот транспорт в 2000 раз безопасней, чем автотранспорт, который находится на первом уровне, где находится и все живое, флора, фауна и человек. Именно таким транспортом можно изменить состояние как существующих богатых городов и стран, так и стран и городов, где вообще с транспортом огромные проблемы, потому что нет возможности построить традиционный. Представляете, Анатолий Эдуардович сделал эту технологию таким образом, чтобы абсолютно любой регион смог себе позволить подобную технологию. Все традиционные виды транспорта стоят дороже, чем эта красота. Например, наш водный транспорт. Да, мы знаем о нем тысячи лет, он нам помогал расселяться по всей планете, и до сих пор мы используем его очень мощно. Но наши грузы и даже пассажиры теперь могут двигаться недели, могут месяцы, и причем это достаточно дорогостоящее. И все, что вы видите сейчас с беленькими точками, это порты. А содержание либо постройка нового порта – это одно из самых дорогостоящих действий. То есть земляные работы, работа с землей, там, например, дорога – это очень дорого, но порт – это супер дорого. Я сегодня представлю для вас наш вариант того, как это можно делать, гораздо разумней. Но в итоге данный вид перемещения, он не подходит человеку 21 века, потому что скорости не те и стоимость. Ведь кто платит за, так скажем, наш товар, за время его дороги, за то, что он где-то в порту полежал день-другой, пока его разгрузили, до момента, когда его отправят в нужную страну? За все это платит конечный потребитель. Поэтому, дамы и господа, если вам вдруг показалось, что это не касается вас, нет, это касается каждого. Транспорт на планете эффективный изменит и улучшит жизнь абсолютно каждого человека. Даже того, кто не ездит на транспорте, но закупается в магазине, либо получает какие-то товары. То есть главная задача сейчас, так скажем, привести вам аргументы, как это касается вас, почему это касается вас, что это действительно касается вас. И самое главное, что теперь люди с помощью интернета и народного финансирования могут менять планетарного масштаба сферы. То есть, представляете, где-то там 7 лет назад, если бы мне сказали, что мы будем создавать новый транспорт, я бы сказал, да какой транспорт, все уже придумано, что ты придумаешь нового? В итоге оказалось, я бы сильно ошибся, если бы так сказал, потому что то, что мы делаем сейчас, это действительно ноу-хау. И по всей видимости, в ближайшую сотню лет чего-то более разумного, по перемещению из точки А в точку Б вряд ли будет создано. Если вы изучите чуть поглубже детали, почему именно такой транспорт сделал Анатолий Эдуардович, вы согласитесь с моим утверждением. Но давайте вернемся к традиционным транспортам, которые все дороже, чем то, что мы предлагаем сейчас, чем струнный транспорт второго уровня. Ведь аэропорты и самолеты.
Посмотрите, то количество красных точек, которые вы видите, это только аэропорт. Умножьте это на 20, даже можно на 30. Это будут самолеты. На Flight Radar 24 вы даже можете посмотреть в реальном времени, как они перемещаются по, так скажем, над поверхностью нашей планеты. Но это невероятно затратно для нашей планеты. Это невероятно затратно для человека. Потому что дорогостоящие билеты, в общем, весь путь происходит достаточно дорогостоящий. Это же нужно добраться, нужно сдать свой багаж. Это еще огромное количество времени. Потом пока до самолета, пока ты подождешь, пока он взлетит. Потом еще, когда приземлиться, нужно добираться. То есть все эти части времени, если собрать вместе и полную затрату, окажется, что он не самый эффективный и далеко не эффективный. А если учесть его вредоносное, так скажем, направление, то это вообще ахтунг. Как много чистого воздуха сжигает. Сколько тонн топлива в один день сжигается самолетами, чтобы поднять эти, там, по 40 тонн, по 10 тонн самолеты в воздух. И причем им там находиться надо еще достаточно долгое время. То есть, действительно ли этот транспорт эффективен? Нет. Если у нас будет транспорт с достаточно хорошей скоростью над поверхностью Земли, то он смело может заменить аэропорты с их самолетами. И, так скажем, более разумно тратить энергию. Конечно же, есть железная дорога, которая 150 лет служила нам верой и правдой, развивала, и вот такая сеть у нас нарисовалась. Но по факту это опасный транспорт, средняя скорость которого сейчас, с учетом погрузки и разгрузки, 15 км в час, что абсолютно не подходит под требования человека 21 века. Плюс вся эта часть на Земле изрезана, она мертва. Ее в 10 слоев уложили специальными, так скажем, там, материалами для того, чтобы она стояла долго, но тем не менее это опасный вид транспорта. Он перерезает грунтовые воды, перерезает пути миграции животным. И как бы он просто уже неэффективен. Поэтому все его минусы уже превозвышают плюсы. И, ну, 15 км в час, но это действительно несерьезно. Мы же ребята спортивные, все, мы столько бегаем. Поэтому данный транспорт точно не подходит. Но что нам не подходит еще больше в использовании и к чему нужно прийти на помощь? Это к самому активному и к самому опасному транспорту на нашей планете, автомобилю. То, что вы сейчас видите, эти удавки, в общем целом под асфальт закатано более 5 площадей Великобритании. То есть вся эта почва, она мертва. Она не производит ни кислорода, никакого гумуса, ни чернозема, никаких плодов. То есть эта земля мертва, хотя ее можно восстановить с помощью гумуса Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но на данный момент это является одним из самых опасных технологий вообще. Более 1,5 миллиона человек в год погибают в автокатастрофах. Больше, чем во всех остальных катастрофах в мире. И около 10 миллионов становятся инвалидами. То есть, скажем, за 100 лет, дав другой транспорт, мы сохраним больше жизней, чем за все время жизни человечества во всех войнах и катастрофах. То есть, просто чтобы представить, насколько, оказывается, наш автотранспорт может быть опасен. И какие-то города просто не имеют возможности, так скажем, сделать себе нормальные дороги, чтобы это было безопасно как для пассажиров, так и для водителей. В каких-то мультимиллионниках города просто стоят. Средняя скорость передвижения 30, 25, 35 километров. Потому что все перенасыщено. Например, я недавно был в Лос-Анджелесе, 20 миллионов человек и 20 миллионов машин. Ты просто в не то время не тот поворот делаешь, и все. Ты не добрался туда, куда ты хотел, ты потратил 4 часа времени, пока добрался до дома, ты потратил кучу нервов, кучу здоровья, кучу топлива и денег на все это. Вот такой вот наш транспорт. И именно ему в большей степени сейчас необходимо прийти на помощь. И мы можем это сделать, ведь нас 8 миллиардов человек, и мы являемся самой движущей силой на этой планете. Особенно сейчас, когда мы начали объединяться и делать этот мир гораздо приятнее и лучше. Давайте посмотрим, какой этот мир может быть.
точнее, какой он уже сейчас становится, вот, потому что мы все объединились и делаем это. Unisky String Technology — это наша технология струнного транспорта. И, как вы видите, он абсолютно прекрасно вписывается в окружающий мир. Философия всех технологий Анатолия Эдуардовича — это жить с нашей планетой в содружестве. То есть мы помогаем ей, она помогает нам. Мы делаем технологии под стать, так скажем, происходящему на нашей планете. То, что нам подсказывает природа. И самое главное, наше детище технологическое, оно не должно вредить. Сейчас технология, техногенная сфера, как наш ребенок, потому что мы его создали и развиваем, мы от него уже никуда не откажемся, потому что мы техногенная цивилизация уже в данный момент. В сторону аватара, вот, с полным ощущением природы вокруг, наверное, нам уже в ту сторону не пойти. Да и подобным способом на нашей планете смогут ужиться, ну, 100 миллионов человек, так скажем. Но с технологиями нас здесь может быть хоть 50 миллиардов. Именно с технологиями Анатолия Эдуардовича Юницкого. Чистая энергетика, чистая земля, чистое питание, чистый воздух и безопасный транспорт. Именно таким способом и этим пронизаны абсолютно все технологии Анатолия Эдуардовича. Потому что он действительно наблюдает за природой, делает технологии такими, чтобы они никаким негативным образом не влияли на окружающий наш мир. Ведь все-таки стоит помнить, мы всего лишь один вид из 12 миллионов видов живых организмов. Это только те, которые нам известны на нашей планете. Так их приблизительно, по подсчетам ученых, более 300 миллионов. И главная задача нас как вида, который придумал детище, техногенную сферу, перевести ее на безвредность. Потому что на данный момент вся технология работает, когда использует какой-то ресурс. То есть либо это уголь, либо это нефть, либо это газ. То есть это жизнедеятельность, что-то когда-то было живое и запечаталось в нашей поверхности Земли, в нашем доме, в таком виде. И мы можем использовать. Но смотрите, если живое мы умеем делать из живого живое, то техногенная сфера, у нее только один процесс. Она делает либо из живого неживое, либо из неживого неживое. То есть все равно в сторону деструкции. Мы разрушаем что-то, чтобы вытянуть внутрянку, энергию. Поэтому, если мы будем использовать, как и раньше, нефть, газ, топливо, то мы, так скажем, испортим окончательно нашу уникальную, просто чудесную биосферу, которая готова нам давать наичистейший кислород, столько продуктов питания, сколько нам необходимо, столько древесины для наших любых изобретений и домов, столько, сколько нам необходимо. Нужно лишь просто в содружестве с ней жить. И только человек может изменить данное положение, перевести всю технологическую сферу, которая останется или находится в биосфере планеты Земля, то есть над поверхностью и до стратосферы. Только человек может изменить это положение и оставить на Земле только экологические технологии, которые будут помогать нам развиваться, удлинять нам жизнь, повышать качество этой жизни. Что мы видим, и я надеюсь, это для каждого человека не секрет, техногенная сфера, которая использует огромное количество топлива наших природных ресурсов, сжигая его, либо другим способом перерабатывая, несет колоссальный негативный эффект на нашу планету. Поэтому философию содружества, мы жизнь, флора это жизнь, фауна это жизнь. То есть вся жизнь, она должна остаться цела и невредима. И, конечно же, транспорт второго уровня делает еще больше в этом направлении, потому что вся поверхность планеты Земля с таким транспортом начнет принадлежать флоре, фауне и человеку. Представьте, мы сможем выходить с нашими любимыми домашними животными, либо с нашими друзьями, с нашими детьми. Выходить и не бояться, что кто-то попадет под машину. Потому что эти, так скажем, эти полосы проживания, они разделены. Поверхность для живого, для свободного перемещения, для безопасности.
А второй уровень практически незаметный, по тоненьким струнам, с 10-кратным запасом прочности, будет двигаться наш транспорт. И действительно, если вы зайдете на сайт unitsky.engineer, то есть юницкий инженер, вы увидите работы этого ученого, начиная с 66 года. Этот гениальный человек, Леонардо да Винчи нашего времени, всю свою жизнь уделил науке и природе. Для того, чтобы с помощью науки научиться жить в содружестве с ней. И большинство его технологий – это действительно самые оптимальные решения, самые эффективные и самые безопасные. И это можно проследить, потому что человек создал за свою жизнь больше 150 изобретений, написал больше 20 монографий, несколько грантов ООН. Человек с фантастическим пониманием того, как работает наш мир. И, конечно же, как только начинаешь изучать то, что он делает, или даже хотя бы то, что он уже сделал, понимаешь, насколько все серьезно, и что это не просто картинки или какая-то маленькая возможность или маленький проектик. Этот человек получил премию мира в 2018 году в Словакии, в Братиславе, за весь спектр своих технологий, за весь эко-мир. То есть первую технологию мы сейчас только реализуем. Но научное сообщество уже признало все его технологии одним единым комплексом, который даст нам возможность безбедно, в благополучии, изобилии развиваться не просто десятки лет, сотни лет вперед. Я думаю, что каждого здравомыслящего человека заинтересует эта информация, как минимум, хотя бы чуть-чуть изучить эти технологии и эту красоту. Возможности компании, которые мы вместе создали, то есть, получается, люди объединились под началом Анатолия Эдуардовича, объединились в общий проект. Когда-то у нас было 1, 10, 100, 1000, 100 тысяч. Сейчас нас более 500 000 человек. 220 стран и регионов мира объединились. То есть у нас даже есть партнеры где-то на полюсе. То есть совсем. И мы уже шутили, что даже пингвины поняли, насколько важны технологии, и начали ее финансировать. Вот. Но в общем целом мы создали возможность абсолютно для всей планеты получить новый, более эффективный вид транспорта. Потому что на данный момент у нас имеется огромный штат, практически 1000 работников, робототехники, инженеры, айтишники, которые производят, так скажем, более 80 конструкторских бюро, которые занимаются улучшением и развитием каждой детальки транспорта. Ведь это не просто электромобиль. Но это электромобиль, разные его виды, и грузовые, и пассажирские, и сами трассы разных видов, и станции, стрелочные переводы. То есть это целая инфраструктура, которую мы целиком осуществили и реализовали по, так скажем, чертежам и по проекту Анатолия Эдуардовича практически за 6 лет, чуть больше. То есть перед вами проект, который сделан с невероятной скоростью, потому что он долгие годы прорабатывался. И мы же совладельцы уже 3 заводов с передовым оборудованием. То есть мы спокойно можем реализовывать, и я думаю, сейчас и реализовываем уже первые адресные проекты. Причем, так скажем, оснащение наших заводов на передовом уровне. Мы можем космическую продукцию делать, но мы делаем надземный транспорт. То, что самое актуальное и принесет сейчас самую большую пользу, забрав самое большое количество проблем, которые есть у человечества в перемещении, а это значит и в его жизнедеятельности, в его развитии. Главная задача, конечно, объединение этих людей и всего проекта, это сертификация технологии. То есть, скажем, я придумал технологию транспорта, говорю, все, она поедет, покупайте. Также государства или какие-то думы или корпорации не смогут приобрести, потому что, а где доказательства? А действительно ли все будет работать так, как вы говорите? То есть нужно просертифицировать, получить сертификаты на разные части этой технологии, чтобы мы могли по бумажкам, абсолютно официально, с полной уверенностью представлять это в думе какого-то города, либо там для государства или корпорации, и сказать, вот такие вот возможности, такие характеристики, мы все доказали,
Пожалуйста, вот эта возможность для вас. То есть именно таким способом, просертифицировав всю технологию, мы сможем без проблем строить ее по всему миру. И процесс сертификации был разделен на 15 этапов. То есть на 15 этапов разделено все действия, которые нужно было сделать, чтобы компания вышла на самофинансирование и имела все документы, подтверждающие, что можно по этим технологиям строить. Дамы и господа, в данный момент мы, можно сказать, завершаем, ну, мы на 14 этапе из 15. То есть у нас осталась финишная прямая. Финишная прямая именно по грузовому транспорту и по сверхскоростному транспорту. Поэтому сейчас сертификация самая интересная, потому что мы сможем с помощью тех грузовых решений, которые мы представляем, перенять на себя за 21 век более 50% всего транспортного рынка. А это, еще раз напомню, самый дорогостоящий бизнес в мире. И мы сделаем его безопасным, быстрым и по-прежнему очень прибыльным. Только этим будет владеть не какие-то государства либо чиновники, а сами люди, которые и пользуются этим транспортом. Перемещаются как пассажиры, заказывают свои товары, им эти товары доставляют. То есть одна из крупнейших и достойнейших, сфер инфраструктур будет принадлежать самим людям. Я считаю, что это максимально разумно и человечно, такой подход. Представьте, если главные компании мира по строительству зданий, энергетики и транспорта будут принадлежать самим людям. Это никогда не станет коммерцией, потому что люди для себя это будут использовать всегда и не позволят этому стать коммерцией. Именно поэтому Анатолий Эдуардович так долго и именно с помощью людей финансирует данную технологию. Потому что предложений было достаточно много. Отдать 51% компании, и тогда сразу финансирование все закроется. Но что бы мы получили? Мы бы получили самую дорогую транспортную инфраструктуру, при том, что она проще всего строится и занимает минимум места и минимум ресурсов. То есть было бы совсем прям вот, это был бы самый идеальный бизнес для кого-то, но абсолютно неразумно, потому что люди не могли бы этим пользоваться свободно. А сейчас Анатолий Эдуардович делает так, чтобы в ближайшие 80 лет мы могли построить около 20 миллионов километров дорог. При том, что это будет действительно достаточно быстро. Стоит только сейчас показать эти первые адресные проекты, когда они выйдут, и за первый месяц даже, или за первый год покажут свой отчет, насколько эффективней работает данный регион, либо данный город, данная страна, по сравнению с тем, как было с другим транспортом. Как только люди увидят эти, так скажем, отчеты, даже сейчас у нас есть очередь тех, кто хочет сотрудничать, но это будет очередь во весь мир, в длинном-длинном списке. Ну, конечно же, здорово, что множество людей, так много людей, более 500 тысяч, смогли каждый со своей, ну, если будет правильно сказать, со своей колокольни знаний, то есть кто-то инженер, кто-то юрист, кто-то вообще занимается какой-то комьюнити деятельностью. Каждый человек по-своему оценил пользу данных технологий, возможность их реализации и, так скажем, стал частью этого, помог этому случиться. И вместе мы создали 12 видов транспорта, некоторые из них в нескольких экземплярах. То есть это все пассажирский транспорт. Он может быть подвесной, навесной, монорельсовый, бирельсовый. Причем пропускная способность у него может быть как для самой маленькой деревушки, то есть совсем чуть-чуть, и при этом это будет суперлегкая трасса, которую можно будет действительно построить за минимальное время, минимальные ресурсы, с минимальными затратами на эксплуатацию. Либо это может быть, как рассматривается, например, для Арабских Эмиратов, где огромный пассажиропоток, либо такой, как Лос-Анджелес, либо Москва, где 20 или более миллионов человек. Даже в таком городе эти технологии будут наилучшими, потому что пассажиропоток можно, так скажем, снабдить хоть более сотни тысяч человек в час. Юницкий специально разрабатывал все эти технологии, прорабатывал их, чтобы она была уникальна, но абсолютно гибкая, чтобы ее можно было внедрить куда угодно. Вот, скажем, двухместный транспорт. Скажем, маленькая деревушка, где живет там 10 или 100 человек, или там 10 семей, например. Ну, там 200, 300, 500 человек. Малый пассажиропоток необходим.
И деревня сможет себе позволить, потому что минимум ресурсов и минимум землеотвода. Представляете, на такую дорогу, в общем целом, землеотвод будет нужен, то есть сколько земли вообще надо. Как в лесу маленькая пешая тропинка, вообще вот под нога за ногу поставить. Это самое разумное использование как земли, так и ресурсов, при том, что мы получим максимум пользы от этого. Конечно же, юнибайк, прогулочный транспорт, такой же двухместный, они могут передвигаться, как заявлено, со скоростью до 150 км в час внутри города. Представьте, то есть у нас стоит вот, скажем, вот так, 8 полос машин, и всего лишь по центру между ними маленький островок. Место необходим для того, чтобы поставить наши опоры, одну даже опору, и по ней пустить транспорт с огромным пассажиропотоком, полностью экологичный, в 2000 раз безопасней и абсолютно никак не ухудшающий окружающую среду, то есть не дающий опасности, никаких выхлопов, то есть никакого загрязнения воздуха. Все мультимиллионники вздохнут с облегчением даже после нескольких таких трасс, установленных в данном городе. Ну а где-то, где вообще не могут позволить транспорт, наш смогут позволить, потому что действительно минимум ресурсов будет затрачено на его постройку, а пользу это даст абсолютно всем и огромную. Вот, например, юникары, они могут быть составные, можно делать из них поезда, например, по 25 мест, там 7 штук, 175 мест, и у них будет огромный пассажиропоток, то есть супергибкая технология. Но также, как и есть подвесной транспорт, например, то есть он под ним. Например, здесь вы видите бересевую ферму. Здесь может быть подвесной и навесной. Ну, конечно, больше внимания вашего я хотел бы обратить на транспорт, потому что это юнилет. Конечно, это транспорт еще четвертого поколения. Сейчас мы уже готовим пятое поколение, которое будет еще более крутое, с еще более высокими характеристиками. Но даже здесь, представляете, скорость 600 км в час. Вы можете жить в своем городе, в своей стране. Каждое утро выезжать к себе на работу, даже если это не в вашем городе, а в соседнем городе, либо в столице. Да с такой скоростью вы можете работать даже в соседней стране, в соседней столице. И со скоростью 600 км в час очень быстро добираться обратно до своего дома. То есть я знаю, что даже сейчас, в 21 веке, многие люди тратят более часа для того, чтобы добраться до работы и добраться с работы. Только представьте, как возможности людей увеличатся, когда они за один день смогут с своей страны за там 1500 км слетать, можно сказать, на юнилете куда-нибудь на море, отдохнуть там в Испанию, поесть креветок, попить очень вкусного вина и добраться обратно к себе в там центральную Европу домой. Это действительно возможно. Причем взлетать не надо. И не будет такой огромной траты, так скажем, топлива, либо еще каких-то других эквивалентов топлива нашей планеты. Потому что на возобновляемых видах энергии солнечная энергия, ветряная энергия и геотермальная, как бы главных три направления. Но, опять же, для нас главное сначала дать этому транспорту жизнь, чтобы его можно было реализовывать именно в пассажирском и грузовом виде. А по окончанию этого, хотя я думаю, что Анатолий Эдуардович уже сейчас начинает работу по электростанциям на буром угле и сланцам планеты, то есть таким электростанции, которые могут обеспечить электричеством абсолютно всех жителей планеты в течение 5000 лет. И эта технология уже представлена Анатолием Эдуардовичем. Ждем информации, когда будут либо проекты по этой теме, либо когда они сами построят первый, потому что разговоры об этом уже ведутся. И с помощью этой энергетики можно будет питать данный транспорт без проблем и связывать экопоселения кластерного типа в линейные города. И добираться с любой точки в любую точку, либо с одной пересадкой, либо вообще без пересадок. Как вам ощущение? Представляете себе в транспорте 600 км в час, где вы абсолютно не чувствуете там ни разгона, ни торможения, ни этой скорости, но видите, как пролетают прекрасные пейзажи в окошке рядом с вашим сидячим местом. То есть это возможность абсолютно для каждого. И
Мы это, можно сказать, сделали. Но давайте не забывать и про грузоперевозки, потому что пассажиры это хорошо, это мы, это про нас, но грузоперевозки это больше про бизнес и тот уклад жизни, который у нас есть. Ведь сейчас эра потребления, и мы все потребляем. Только мы действительно платим за каждый час простоя, либо движения, за каждый килограмм, за каждый километр, который он пройдет, за все время, где он побывал, где он полежал и так далее. Вся стоимость в итоге ложится на плечи именно нас, именно потребителей, конечного потребителя. Поэтому, ускорив данную технологию, мы уже сделаем это дешевле и приятнее. Быстрее будет доходить, дешевле стоить. Плюс не будет страдать планета от этого. А если мы являемся совладельцами этого, то мы получаем тогда вообще огромную, огромную пользу. Ведь мы еще получаем и прибыль с того, в какую сторону сейчас развили наш мир в эру потребления. То есть, по факту, совладельцы данной компании будут получать и с каждого адресного проекта, с каждого проданного километра трассы, с каждого проданного подвижного состава, станции там, и так далее. Но и за перевозку грузов, то есть каждый проект все равно будет приносить какую-то прибыль ежегодно в общую компанию, которую мы сейчас с вами развиваем. То есть Анатолий Эдуардович делает возможность странам заказывать данную трассу дешевле, чем можно было ее построить. Только потому, что эта помощь очень нужна нашей планете. Мы в двух-трех поколениях от точки невозврата, когда мы своими технологиями расшатаем планету так, что нас просто одним каким-нибудь цунами либо супер-торнадо сотрет, как болезнь. Поэтому не стоит доводить до этого, особенно если мы можем. И с помощью подобных технологий сделать нашу планету более устойчивой, и чтобы она была менее раздражена нашим влиянием на нее. То есть перед вами абсолютно гибкая технология, которую можно использовать для штучных грузов, для жидких грузов, сыпучих грузов, либо контейнеры абсолютно любого типа. То есть представляете, все, что сейчас перевозится, контейнеры, которые стоят на грузовиках, на железной дороге, перевозятся на кораблях, все эти грузы можно будет перевозить с помощью нашего транспорта. То есть разноразмерные, разные по весу, но получается, что и прибыль за это перемещение будет идти, опять же, к совладельцам данной компании. При большей скорости, большей безопасности, экологичности и дешевизне. То есть подобным родом данная технология является, можно сказать, одной из самых актуальных вообще, которую сейчас можно развить для улучшения качества жизни человека, для ускорения его возможностей, для новых возможностей для каждого человека. Вот смотрите, например, порт, который можно строить на шельфе моря. То есть шельф моря это от береговой линии отходит, так скажем, идет дно немножко вниз, но оно еще достаточно ровное и не очень глубоко. Вот здесь, слегка отходя от берега, можно построить порт. Это минимум в десятки раз дешевле, чем строить обычный порт, потому что для того, чтобы туда заходили корабли, крупные особенно, необходимо там вычистить, вытянуть абсолютно все рядом с портом, там, где вода, чтобы он не сел на мель. А здесь просто не нужно всего этого делать. Подходит транспорт, сгружает свой контейнер на транспортное средство, в которое уже заложено, куда он должен пойти, в какую страну, в какой город, в какой распределительный пункт и куда доставить этот груз. И нету никакого ожидания, то есть, что его поставили, он там стоит долго, его потом перегрузили, там то на машину куда-то отвезли, либо по железной дороге. То есть, как только у нас груз спускается, с корабля, он сразу же направляется без ожидания в нужное место. То есть, представляете, насколько логистика улучшится. И это лишь один из немногих решений, одно из немногих решений, которое предлагает Анатолий Эдуардович Юницкий. Еще раз, юницкий.инженер. Это сайт для вашего изучения, для того, чтобы вы просто ознакомились с этим гениальным ученым. Ну, и, конечно же, поскольку наш проект подходит к завершению, будет странно не сказать вам о будущем, о линейных городах. Просто представьте себе, как жить в городе, который не привязан ко всему остальному миру. То есть
У вас есть собственное питание, собственная вода, собственное электричество, собственное тепло. Есть все необходимое и транспортная, так скажем, часть для того, чтобы перемещаться в нужном вам направлении. То есть у вас есть абсолютно все для качественной жизни, для того, чтобы вы, ваши близкие, ваши дети развивались, имели самое чистое питание, что действительно можно быть здоровыми. Никаких вредоносных влияний внутри города на живой организм нету вообще. С одной стороны, кажется, боже, когда же это все наступит? С другой стороны, оно вот, оно уже здесь и сейчас. Оно уже здесь и сейчас развивается, и уже в Беларуси мы видели, буквально месяц назад, я там был, видел эти экологические дома, когда ты заходишь в дом, а у тебя в гостиной маленький парк. Растет инжир спелый. То есть ты прямо у себя в гостиной, проходя мимо из комнаты в комнату, можешь взять инжир и насладиться этим вкусом. И это при том, то есть есть еще озеленяемая крыша, там тоже разные и травы, и кустарники, и плодовые, и то. Самое главное, что чем больше людей живет в данном здании, и все движение воды, все канализации, коммуникации сделаны таким образом, что чем больше людей, тем больше дом процветает. То есть тем больше вся флора сможет развиваться в нем. Это гениальные решения, и, конечно, уже можно поехать туда отдохнуть. Конечно же, в ближайшие 2 месяца еще будет туда экспедиция. Если вдруг кому-то хочется поучаствовать и съездить туда, you're welcome, это потрясающее место, и вы уедете туда с действительно ощущением, что вы побывали ненадолго в будущем. Хотя, в общем целом, все похоже на то, что мы видим вокруг, только осмысление того, что это действительно не вредит, что это действительно экологически чисто, что это действительно автономно. Когда это понимаешь, ты понимаешь, что да, вот это действительно будущее. Ну и, конечно же, города кластерного типа. Они давно были представлены Анатолием Эдуардовичем, и многие интересуются, особенно Объединенные Арабские Эмираты были заинтересованы в подобных городах. Даже если вы в Гугле напишите Абу-Даби, Юницкий и линейный город, вам выдаст прям PDF-файл, который был представлен на выставке в Абу-Даби по экологическому, так скажем, поселению, экологическому городу. Там, можно сказать, полуостров рядом с берегом, в который полностью можно оборудовать под эко-город. То есть эко-город кластерного типа, где всюду можно добраться с одной пересадкой, либо вообще без пересады. И вся эта территория абсолютно экологически чиста. С учетом того, что другие технологии стоят дороже, а эти гораздо меньше, что по ресурсам, что по эксплуатации. Стоит как просто, как минимум, просто поинтересоваться и немножко взвесить для себя, стоит ли проходить мимо подобных технологий, подобной информации, или стоит уделить еще пару-тройку часов в ближайшую неделю для того, чтобы чуть ближе соприкоснуться с этими потрясающими технологиями. Ведь не просто так Анатолий Эдуардович положил всю свою жизнь. То есть представляете, насколько должна быть масштабное видение, чтобы всю свою жизнь уделить науке и научить, дать возможность людям жить с окружающей природой и с нашей планетой, так скажем, взаимосвязанно и добропорядочно. Хотя, если рассматривать все его технологии, как он всегда говорит, друзья, это 5-7 класс физика, математика, геометрия советской школы. Говорит, здесь все просто. Ничего, я просто взял все знания, которые есть о перемещении, и убрал все знания, что я знаю о транспорте. И попытался переместить груз или пассажира из точки А в точку Б. И вот спустя 40 лет жесткой критики, недопонимания, собственных работ и улучшений, этот гениальный ученый довел практически до идеала данную технологию. Ну, это по сравнению с остальными, так сказать, все познается в сравнении, но не перестает улучшать ее. И посмотрите, это действительно так. Пучки струн, как на гитаре, натянутые, вот у них сразу классная вещь, они звучат, нам приятно. А тут те же самые, можно сказать, струны, только крупнее, больше, собранные в пучки, помещены в специальный корпус.
Там же есть специальный наполнитель, это супербетон, который консервирует, то есть поглощает шум, не дает никакой коррозии внутри и крепит именно в определенном месте эти струны. И сверху на этот корпус стальная головка рельса, по которой идет стальное колесо с коэффициентом полезного действия 99%. У автомобиля, мне кажется, в 3 раза меньше. То есть таким образом, из абсолютно простых решений мы получаем самый эффективный транспорт. Конечно же, он может быть сделан в разном виде. То есть это вот бирельсовая ферма, которую вы видите слева, подвесной транспорт, навесной, более тяжелые, могут быть составные поезда, если можно их так назвать. Либо, например, полужесткий рельс, который вы видите посередине. То есть это немножко меньший вес, но строится быстрее, ресурсов используется меньше и так далее. Либо, например, провисающая трасса, то есть совсем легкая, тратится минимум энергии, ресурсов и времени на ее установку, но и пассажиропоток гораздо ниже. То есть Юницкий изобрел разные виды, разные способы для абсолютно всех уголков нашей планеты. И то, что эта технология является автоматизированной, это одна из, скажем, мощнейших помощи, которые может получить человек. Ведь что самое главное в жизни человека? Самый главный ресурс, он единственный невосполнимый, это наше время. То есть время линейное, и его никак не вернуть. Поэтому время, освобожденное для нас, для творцов, это почти самое важное. Мы сможем с этой помощью творить и созидать, делать, улучшать свою жизнь, улучшать жизнь окружающих людей, окружающих существ и вообще целой планеты в целом. То есть автоматизированная, закрывающая технология, забирающая от нас эту заботу рулить куда-то, освобождает нас. То есть искусственный интеллект, можно сказать, алгоритмы заложены, машинное зрение, более 250 датчиков, даже в самом маленьком транспортном средстве, чтобы, так скажем, соблюсти полный комфорт и безопасность любого пассажира или груза. И по факту это тот же электромобиль. Хотя это сооружение не проще, чем самолет. Даже, можно сказать, тяжелее сделать и сделать его, чтобы оно было максимально эффективным. Но очень радует, что Анатолий Эдуардович Юницкий, наш генеральный конструктор, действительно разбирается во всем этом. Именно поэтому за такой короткий промежуток времени мы сделали так много. Потому что, представляете, 12 видов транспорта, плюс сами трассы, плюс все к нему составляющее, то есть ремонтное депо, станции и так далее. Когда за один пикап, которые развивают от 5 до 10 лет, могут потратить от 1 до 2 миллиардов долларов для того, чтобы он вышел на рынок. А мы, получается, за полмиллиарда и за меньшее количество времени сделали новую транспортную отрасль во всех ее проявлениях и необходимостях практически для всего мира. Вот что значит двигаться с гениальным ученым, у которого уже давно все продумано, и он ждал только нас, единомышленников, людей, которые не завязаны на нефтяном бизнесе. То есть конкретных потребителей этого транспорта, конкретно тех людей, тех существ, которым и нужен этот транспорт. Именно поэтому люди и объединились, потому что это наше будущее. Это повышение качества жизни каждого человека. Пока это поняли полмиллиона человека, и они трудятся для всего живого на планете. Но уже скоро, я уверен, настанет и миллион, и два, и 10, и мы сможем подобные проекты закрывать за день, за неделю. Крупные действительно проекты, новые города строить, собирать финансирование и действительно делать важные и полезные вещи для живого на нашей планете. Данная технология будет доступна каждому. Сначала ее будут строить какие-то города, страны, то есть, например, дума какого-то города скажет, так, в нашем городе необходимо 3 трассы и там 100 единиц транспорта там разного типа. И все это дело запустят, мы будем пользоваться им как общественным. Чуть в будущем, когда эти трассы разойдутся уже по всей планете, а строятся они будут очень быстро. То есть сейчас главный вопрос будет, поскольку мы уже подходим к концу, так скажем, нашего проекта, к завершению успешному, нужно будет главное думать, как быстрее строить заводы на разных континентах, чтобы быстрее строить в разных городах те адресные проекты, которые уже на очереди.
То есть с помощью данной технологии каждый человек сможет положительно повлиять на этот мир и сделать его безопасным, сделать его быстрее, сделать его прибыльнее. И это задача, как мне кажется, каждого человека. Спасибо большое всем, кто уже почувствовал эту важность, кто почувствовал в себе силу, что он действительно может что-то менять в этой жизни, в этом мире. И не только почувствовал, но и начал это делать. Ведь сейчас, дамы и господа, действительно абсолютно каждый человек влияет на то, каким будущее будет завтра. И если вы думаете, что несколько людей не могут изменить мир, напротив, все самые крупные и важные изменения в этом мире начинались с единиц людей, которые со временем от своей идеологии, либо своих технологий, действий, мыслей и поступков начали обрастать единомышленниками, как происходит и сейчас. Но, с другой стороны, вы сразу же можете взвесить. Так, полмиллиона человек, где есть и доктора наук, и юристы, и инженеры, и робототехники, и те, и те, и те, и те, каждый со своей стороны проверили этот проект и решили, что он настолько важен, что отдали часть своих ресурсов в его развитие. Я думаю, что для многих людей это достаточно много скажет. Ведь не просто так доходит до финальных стадий развития. Как по моему опыту, те компании, которые я изучал, народное финансирование, проекты, они, если не имеют большой пользы, они не развиваются. То есть они не набирают свое финансирование и не развиваются. Но те, которые имеют большую пользу, они развиваются почти практически все, потому что люди придумывают что-то лучшее для себя и других людей. Это нужно людям, как мы говорили, помните, в начале, в технологиях Google, Apple, Alibaba, это было нужно людям, поэтому это развивается. Наша технология, я убедился за этих 6 лет, что это действительно нужно, это действительно важно, и это действительно один из самых актуальных и крупных проектов за всю историю человечества. Посмотрите на эти графики. Вот так выглядит то, чем мы сейчас пользуемся. И вот такая разница, то, чем мы будем пользоваться уже в самое ближайшее время. Эту возможность мы создаем с вами вместе, потому что она действительно нам необходима. Не буду вас долго мучить сегодня и заливать еще больше информации. Я думаю, что вы заинтересуетесь самостоятельно и хотя бы чуть-чуть изложите для себя аргументы. Я согласен, если это будут аргументы, пройти мимо и никогда больше об этом не думать. Это ваша жизнь. Главное, чтобы вы были здоровы и счастливы, вы в большей степени сделаете мир вокруг себя чище и приятней. Но если вы уже почувствовали в себе, что вы действительно влияете на этот мир, меняете, что вы понимаете, что от ваших решений, так же как и от других решений в мире, что-то да изменится, то тогда you're welcome изучать эту информацию этого ученого и все технологии Экомира. Потому что это то, что нас ждет в ближайшие десятилетия. И уже с завершением этого транспорта в самое ближайшее время мы докажем, что народное финансирование работает, что такой способ, можно сказать, рекламы, маркетинга, когда люди передают другим людям информацию, что это тоже работает, что люди без государств, без крупных корпораций и банков могут совместно. У кого-то есть идея и есть время, но нету денег. У кого-то есть деньги, но нету идеи и времени. А у кого-то есть время, но нету денег и идеи. Именно с помощью интернета все эти три стороны экологически собираются вместе и делают невероятные вещи, как делаем с вами сейчас и мы. Ведь кто бы мог подумать, что именно народ даст путь самому инновационному, надземному, самому скоростному, самому безопасному, самому экономичному, самому легко интегрируемому и самому экологически чистому транспорту в истории. Возможно, кому-то покажется, что это громкие слова. Изучите, пожалуйста, вопрос и давайте поговорим об этом, если вы со мной не согласны. Я думаю, вы будете очень удивлены в том, что я сказал правду. И именно этим и занимается так много людей.
Сейчас, дамы и господа, а точнее завтра в 18 часов состоится переход с этапа 14.2. То есть наши риски уменьшаются, мы справляемся со всеми делами, но еще каждый человек имеет возможность успеть стать частью этого прогресса, ускорить эту эволюцию транспорта и сделать революцию в технологии, дав возможность Анатолию Эдуардовичу Юницкому с большей скоростью начать развивать следующие его проекты, которые очень нужны всему нашему миру. И они нужны не только человечеству, не только людям, потому что то влияние, которое мы несем на все остальное живое, колоссальное. И, конечно, бы хотелось, чтобы это колоссальное влияние было благотворным. Подумайте, дамы и господа, хотите ли вы видеть такие города? Безопасные, где чистый воздух, где вокруг вас все цветет и пахнет. Где в наших городах даже, поскольку сейчас уже двигатели внутреннего сгорания начинают исключать, в некоторые города уже нельзя въехать на определенных машинах, а некоторые страны уже начали запрещать производство, а скоро и использование двигателей внутреннего сгорания внутри территории. То есть в скором времени наши города станут настолько чистые, что мы сможем с помощью гумуса и освобождению места там, где был асфальт, много асфальта, оставить какие-то дорожки необходимые, но большую часть уберется, потому что ее не нужно, она не нужна будет. Все это в наших городах сможет занять парки, фонтаны, плодовые кустарники, плодовые деревья. Знаете, как вы когда по Испании идете, видите, мандаринчики растут. Я сначала, когда первый раз это увидел, думаю, вау, сколько мандаринов, отъемся от души. А потом подумал, так, а здесь же ездят машины, а рядом вон железнодорожная станция и грузовики, тут автострада. А что напитали эти мандарины? И можно ли их есть? И потом я понял, да, непонятно, почему они так висят и почему так красиво. Потому что их никто не ест, потому что в нашем городе то, что выросло, нельзя кушать. Задумайтесь о всей абсурдности данной фразы. То есть там, где мы живем, если вырастает питание, его нельзя употребить, потому что оно вредно. Тогда, следовательно, вопрос, а стоит ли в таких городах жить? Но сейчас я предлагаю другой вопрос, другой, точнее, разворот. Не просто, ну, раз вредоносные города, давайте оттуда уезжать. Нет, давайте приходить им на помощь и менять. Менять это вместе. Ведь это в наших силах. Если когда-то кто-то мог сказать, да ладно, я маленький человек, моя квартира совсем вон с краю, 50-я, и я ничего не смогу сделать, как я вообще повлияю, кто меня будет слушать и как я могу улучшить этот мир, то сейчас, дамы и господа, никто так уже сказать не может, потому что появилось народное финансирование. Люди объединяются и делают то, что некоторые государства сейчас не способны сделать, просто по своей структуре. Именно люди сейчас будут вершить тем, что происходит с нашим миром. Какие технологии развиваются, а какие нет. Какие регионы развиваются, а какие нет. Это все будет зависеть от людей, от их открытости, от их информации, которую они передают и собирают. И я понимаю, что данные технологии, хотя она как бы, с одной стороны, транспорт. Ну где я, где транспорт? А с другой стороны, этих связей, их очень много оказалось. И самое главное, что это в наших руках и в наших силах. И больше ничьих. Потому что эти технологии нужны только самому народу, чтобы он жил в изобилии, безопасности, чистоте и благополучии. Поэтому, дамы и господа, только люди могут изменить мир в эту сторону. И у нас есть гениальный инженер, который предоставил нам инструменты, как мы это можем сделать. А компания SkyWorld Community позволяет изучать в самое кратчайшее время всю полезную информацию о данном движении, о данной эволюции технологий и дает все возможности участвовать и ускорять это. Тем более, что для кого-то это действительно стало работой, потому что созидательная деятельность на развитии инновационных экологических технологий – это потрясающая деятельность. А когда от нас зависит вознаграждение за это, благостное, притом без ограничения, ну, это один из самых приятных возможностей в нашем мире сейчас, в 21 веке.
Потому что, согласитесь, за последние 22 года вот этого столетия, как изменился мир, что с ним происходило, какие возможности были и стали. Сейчас мы действительно можем вершить то, что происходит, можем менять это и как минимум привлекать внимание других здравомыслящих людей, чтобы они уделяли не в какие-то фильмы, войну или какие-то маленькие проблемы и склоки, а действительно направляли свое внимание в созидательную деятельность. Ведь перед вами будущее, чистота, безопасность. Поэтому каждый человек, по моему мнению, должен хотя бы один раз услышать о данном проекте и данным ученым. И пусть у каждого будет собственная ответственность для себя, что он посмотрел, он почитал, изучил и собрал собственные значимые для него аргументы. Пройти мимо или стать частью этой революции. Я думаю, что вы меня поддержите вот хотя бы в этой части, что каждый человек хотя бы один раз должен был бы об этом услышать. А дальше пусть будет счастлив и здоров, какой бы выбор он ни сделал. Но что я точно знаю для себя, этот мир никогда не станет прежним. То количество людей, которые за последние годы объединились, стали друзьями, стали напарниками, создали свои бизнесы и продолжают развивать подобные инновационные технологии, эти люди никогда не станут прежними. Они навсегда связались друг с другом, увеличили свои возможности, узнали своих единомышленников на всех континентах мира. И принесет это нам только пользу. Дамы и господа, с вами был Артем Курбанов из Даугавпилса. Я желаю вам улыбаться как можно больше, изучать как можно больше, потому что это же будет вас развивать и делать вашу жизнь счастливее. Как минимум, это даст вам возможности менять ее. А компания Skyworld Community поможет вам абсолютно всем, чем только может в этом пути, потому что здесь вы можете найти и содружество, и сообщество, и работу, и технологии, и инвестиции. Все, что вам может быть интересно, плюс вас проведут по этому пути, потому что данная компания работает с лучшими архитекторами сообществ, работниками маркетинга и построения себя, целей. Все, что вам интересно, вы можете найти в Skyworld Community. Стоит только направить свое внимание. И я благодарен за ваше внимание сегодня, потому что всюду, куда направлено ваше внимание, дамы и господа, именно то и растет. А сегодня ваше внимание было именно здесь. Поэтому, как минимум, наш мир сегодня стал немножко добрее, немножко более образованней, узнал больше того, что происходит, как мы и куда стремимся. Ну и, конечно же, я уверен, что каждому человеку из сегодняшних присутствующих захочется хотя бы прикоснуться к тому, кто такой Анатолий Эдуардович Юницкий и что же за гениальная система технологий Экомир, которая позволит безбедно и в изобилии жить хоть 10 и более миллиардов человек на нашей планете, как в раю. Спасибо большое. Если у вас есть свои вопросы, пожалуйста, пишите их, задавайте, звоните. Сейчас я выставлю в наш чат свою корпоративную почту, можете писать туда. С удовольствием отвечу вам на все интересующие вопросы. Но самое главное, развивайтесь, пожалуйста, интересуясь, потому что только ваше время и ваш интерес сделают вашу жизнь лучше. Будьте здоровы и желаю вам океана улыбок, как от других людей, так и своих собственных. До новых встреч, дорогие друзья!